Приготовьтесь к выполнению гимнастических упражнений. Каждый рабочий день бухгалтеры Восточно-Сибирского регионального центра обслуживания начинают вместе с Николаем Гордеевым. Здесь, как и в середине прошлого века, многолетний ведущий утренней гимнастики на Советском радио вновь помогает населению вести здоровый образ жизни. Производственным фитнесом сотрудники центра занимаются уже более полутора лет с подачи местного профсоюза. Рекомендациями АО РЖД уже давно разработаны методические указания, чтобы наши работники, которые являются офисными работниками и ведут сидячий образ жизни в основном, занимались обязательно в технологические перерывы зарядкой, гимнастикой. А здесь уже вот эти 15-10 минут, они дают и общение, и заряд энергии. И все же это самое главное, что зарядка – это для повышения производительности труда. Подавляющее большинство повышающих производительность – представительницы прекрасного пола, но немногочисленные бухгалтеры-мужчины от утренних упражнений не отлынивают. Каждый технологический перерыв, да, они важны, чтобы человек мог расслабиться, отвлечься от работы, чтобы она была не в тягость ему. Ну, не знаю. После зарядки просто классно становится, позитивные эмоции. За полтора года проведения зарядок здесь сложились определенные традиции. К примеру, на каждом этаже гимнастикой руководят специально назначенные инструкторы. Инструктором мне быть очень нравится, так как я сама занимаюсь спортом. Это совершенно несложно, так как у нас коллектив любит спорт, и мы с радостью занимаемся спортом с утра. Поэтому довольно легко управлять людьми, которые стремятся тоже к спортивным достижениям. После зарядки бухгалтеры приступают к своим традиционным обязанностям. Во время рабочего процесса взмахи руками в основном ограничиваются нажатием на кнопки компьютерной клавиатуры, калькулятора или телефона. А считать не помогает даже Николай Гордеев. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре.